Насколько женщина отличается от мужчины? Скажете нелепый вопрос? Все же очевидно и просто. Допустим, разные репродуктивные органы. Грудь у нее, борода у него. Но оказывается, все не так просто. Научные исследования, посвященные вопросу половых различий, проводившихся как российскими, так и зарубежными учеными, доказали. Разница между полами столь велика, что правильнее делить гомо сапиенса на два отдельных биологических подвида – мужской человек и женский человек. Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Выяснилось, что все наши органы дифференцированы по полу. Потому абсолютно нежелательная пересадка, допустим, мужской печени или почки женщине и наоборот. Но начинаются различия не на этапе органов, а на молекулярном уровне, где на клеточной мембране расположены стероидные рецепторы – мужские и женские. В каждом из нас, то есть в каждом человеке, есть как мужское, так и женское начало. И каким именно наделила его в большей степени природа и определяет мальчика и девочку. Но иногда бывает и такое, что инь и янь в каждом человеке это не только определяет его гендерную принадлежность, но также и является патологией. В норме половой фенотип рецептора клетки работает в режиме своего полового генотипа – женского либо мужского. При патологии в противоположном режиме, как у мужчин, так и у женщин, с рождения присутствует энное количество чужих, то есть нарушенных клеточных рецепторов, которые передаются по наследству. Поэтому с точки зрения теоретической биологии человечество априори не может быть здоровым. Вплоть до 1970 года в Соединенных Штатах однополовая любовь считалась патологией и принудительно лечилась электрошоком. Согласно писанию, Бог сначала создал человека одного пола, из которого потом вылепил второй. Человек – это не совершенный организм. Так для чего же природа создала заведомо ущербный организм? Сочетание мужского и женского обеспечивает половое притяжение и сохранение популяции. Мы очень плохо знаем эволюцию. Существуют только гипотезы. По одной из них гомо сапиенс изначально размножался путем клонирования. Но это уже из уровня фантастики. Потом, по-видимому, этот путь был закрыт. На каком-то этапе окружающая среда на планете стала меняться самым негативным для человека образом. Чтобы выжить, природой или Всевышним, назовите это как угодно, было приведено разделение на два отдельных биологических подвида – мужской человек и женский человек, с сохранением в каждом некого количества противоположных полуклеток рецепторов. Это своего рода и была адаптация к миру, который стал враждебным. Это достаточно созвучно с тем, что говорится в Писании. Сначала был Адам, потом появилась Ева. Яблоко с дерева раздора внесло свои коррективы. О чем это может свидетельствовать? Многие подразумевают, что это было начало конца или конец начала. Тут кому как удобно. То есть человек, возможно, потерял ту самую жизнь из-за того, что он вторгся в какой-то мир, в какие-то познания, которые ему не суждено было заглянуть. Научные исследования все больше нас приводят к выводу, что в определенный период истории людям пришлось приспосабливаться к новым вирусам, микробам, вносивших изменения в клеточный геном. Нарушения, которые по генетической цепочке добрались до наших дней, позволили выжить части человеческой популяции. И если вновь случится какие-то катаклизмы, изменится, допустим, атмосфера, или начнутся эпидемии новых смертельных вирусов, часть индивидуумов приспособится и сможет реализовать инстинкт продолжения человеческого рода. Если нарушенные рецепторы передаются по наследству, это означает то, что с каждым новым поколением неправильные клетки увеличиваются. К сожалению, это не так.
Хотя нарушение возникает на молекулярном уровне, поражение внутренних органов, то есть переход на клиническую стадию, происходит в разном возрасте. Резервные возможности организма не одинаковы. У кого-то букет болезней может нарисоваться и в 80 лет. Но в последние годы, как указывают медицинские статистические исследования, резко нарастает удельный вес различных заболеваний уже среди детей и подростков. Это очень печальная статистика. Не происходит ли у современного человека стирание той самой грани между различиями гендера? То есть отсюда мы видим, допустим, увеличение однополых браков, а также и моду на одежду унисекс. Может, в скором времени мы перестанем различаться по полам и станем каким-нибудь одним организмом? Из чего ученые на данный момент все больше интересуются клонированием? Я полагаю, что сейчас мы как раз и находимся на этапе перевертышей, когда женщины наращивают мышечную массу, мужчины феминизируются, меняются поведение. Представительницы слабого пола становятся агрессивными. Их отношение к мужчинам нередко носит характер конфронтации. Мужчины все более хрупкие, ранимые. Формирование женских черт личности приводит их к невротическим заболеваниям. Процесс идет, затрагивает головной мозг, нарушается нормальное половое влечение, которое начинает проявляться к тяге к своему полу. Оптимизма по поводу будущего я не испытываю. Подобные извращения встречались достаточно редко, когда люди жили, допустим, по божественным заповедям, такие как «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», ну и так дальше. Не означает ли это то, что каждый совершенный грех меняет человека на биологическом уровне? Происходит нарушение межперсональных отношений, устроев, религиозных ценностей. Заповеди, законы – это ведь форма защиты. Когда они не действуют, начинается биологическая дезорганизация каждого члена общества. Из-за употребления наркотиков, алкоголизма обостряется нарушение психической деятельности. Все как бы знают, что нельзя предаваться вредным привычкам, которые на самом деле являются болезнью, но не в состоянии этого осмыслить, так как нарушена работа мозга. А может, просто не хватает силы воли? Разумом иногда понимаю, что что-то делать не стоит, но искушение иногда преобладает. Сам внутренний голос тебе говорит о том, что выпей, закури и так далее, ничего же страшного не произойдет. Недаром бытует поверье о том, что, допустим, на правом плече у нас сидит ангел-хранитель, а на левом – бес-искуситель. Ангел и бес – это, конечно, не биологические понятия. А вот макросоциальная среда воздействия реальна. Один богатый, другой умный, третий идиот, четвертый не может иметь детей. Отношение людей к этому, их оценки и есть бес-искуситель. Ангел же хранитель – это религиозные ценности, те самые правила, которые сейчас деградировали. Сказываются эти процессы на генофонде? Конечно, он нарушается. В принципе, генофонд – это маятник, на который влияют такие потрясения, как войны, во время которых гибнет наиболее законопослушное население. Сейчас глобальных войн нет, но маятник все равно резко ушел в сторону. Увеличение удельного веса болезни. Как сейчас стало модно говорить то, что Запад делает из нас общество потребления, а не созидания. Но не вызвана ли эта тенденция происходящими в самом человеке? В этой связи стоит вспомнить об аналитико-синтетическом и ассоциативном уровнях работы сферы мышления. Первый все больше заменяется вторым. Сравним, сопоставим, поймем, где лучше, и будем действовать. Желания и стремления направлены на конкретику – больше получить, заработать, но не трудиться ради самого желания создавать. Ассоциативный – это самый низкий уровень работы мозга, хотя в нем и достигаются определенные успехи, но со временем общество, в котором преобладают ассоциативщики, превращается в цивилизацию роботизированных личностей, что мы и наблюдаем в ряде стран. Они трудоголики с чувством долга и ответственности. Они получают патенты на изобретения в сфере электроники, машиностроения и так далее. И с успехом их реализуют. Но они все равно не созидатели. Потому что двигателем развития, как это ни парадоксально, является устремленность внутреннего мира на творчество.
когда психическая деятельность мозга протекает по ассоциативному пути, человек должен получить как можно больше информации. Голова работает как компьютер, и чем больше в него загружено знаний, тем легче по ассоциативному пути принять решение. А сегодняшняя повсеместная компьютеризация – дань этому уровню деятельности мозга. И все же, к чему же идет наша популяция? Накопленный научный материал позволяет утверждать, что идет угасание развития человечества, его деградация с резким снижением морально-нравственных категорий. Способствуют этому и ученые, часть из которых, не осмысливая всей сложности человеческого организма, механически вторгаются в геном клетки с целью его исправления. Или применяют нанотехнологии для устранения причины заболевания. Конкретно, примитивное мышление с нарушением анализа причинно-следственных взаимоотношений не в состоянии постигнуть истинную природу человека. Можно ли хоть как-то повлиять на столь печальную ситуацию? Чтобы дети рождались с нормальными обменными процессами, нужно у людей детородного возраста до зачатия ребенка подправить в организме сломанные рецепторы. Современная медицина может решить данную проблему, но для ее осуществления нужна заинтересованность государства, которой пока, к сожалению, не наблюдается. Без принятия фундаментальной биологической основы концепции здоровья, медицина будет по-прежнему призывать к правильному образу жизни и объяснять рост патологий социально-экономическим неблагополучием. А государство агитирует за повышение рождаемости. Хотя рождаемость должна отождествляться не с количеством людей, а с качеством потомства. Каким же будет конец света, который ждут миллионы людей, напуганные лжепророками? Православные провидцы говорят по этому поводу следующее. Ничто не упадет нам на голову в одночасье. Конец света – это, скорее всего, продолжительный процесс, который уже, возможно, начался. А его признаки – это праздная жизнь, наполненная садомизмом и привлекающая все большее количество людей. Это царящий в мире гнев и хаос, ненависть людей друг к другу и разжигание войн, покушение на религию в целом. Эту картину мы сейчас, наверное, и наблюдаем. Так может спасение только в одном? Может стоит жить только по библейским заповедям? На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Меня зовут Евгений. Это был проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». До новой встречи. Всем пока.